Пешеходный переход около Дома печати закрыт. Новая дорога стала магистральной. Несмотря на то, что жителей города это не устраивает, проект соответствует всем нормам законодательства. Закрытие пешеходного перехода объясняют еще и тем, что этот участок небезопасный. С мая тут произошло 4 ДТП. Пробки на проспекте Ивана Яковлева – ежедневное явление. Но в ближайшее время это должно измениться. Дорожные работы завершатся уже в октябре текущего года. После реконструкции светофоров от проспекта 9-й пятилетки до автовокзала не будет. Кроме пересечения с улицы Ленинского комсомола. Но жителей домов по проспекту Мира это не устраивает. Теперь, чтобы перейти дорогу, им придется от Дома печати дойти до МТВ-центра или идти обратно до железной дороги. Есть недовольство людей. Проект прошел экспертизу, в нормативных документах четко показано, что между остановками переход должен на расстоянии 400-450 метров. Вот. Поэтому здесь нормативные все размеры соблюдаются длины, и нету никаких веских причин оставить его, не закрывать.